Знаете криптовалюту Wipps? В отличие от биткоина, являющуюся только монетой в одноранговой платежной системе, Wipps это еще и криптовалютная платформа. Здесь акцент сделан на создание, передачу и децентрализованную торговлю токенами с глубокой интеграцией фиатных денег и вниманием на проекты, поддерживаемые сообществом. О курсе и статистике эти криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете, курсы криптовалюты нестабильные, поэтому говорить об их цене в долгосрочной перспективе глупо. Так что сами проверяйте, через несколько минут я вам покажу, как можно купить криптовалюту через Gate.io. Еще одна лучшая сторона Wipps — это скорость транзакции, например, биткоину и эфиру требуется 10 минут, когда Wipps справится за одну. Многие проекты на рынке криптовалют имеют проблемы масштабируемости. Вне зависимости от размера блока, пропускная способность блокчейна составляет от 3 до 7 транзакций в секунду. В то же время у сервисов типа Visa от 30 тысяч операций за то же время. Данное ограничение касается всех валют, которые используют протокол биткоин. Для устранения проблемы с задержкой экосистема применяет двухуровневую архитектуру. Благодаря этой инновации платформа нацелена на гораздо быструю и дешевую обработку транзакций по сравнению со многими конкурентами. Если хотите, вы сможете легко и быстро сравнить эти монеты в торговом площадке Gate.io. Проект полностью зависит от политики руководства их компании. Если будет проводиться постоянная работа над расширением функционала и адаптацией платформы, токен имеет шансы вырасти в цене и занять лидерскую позицию по капитализации. А что вы думаете об этой криптовалюте? Оставьте ваше мнение в комментариях. Криптовалюта принадлежит развивающему проекту, активно обновляется дорожная карта, происходят новые события, осуществляются релизы внедрения, увеличивается список партнерств. Поэтому альткоин относится к тем монетам, которые можно купить для инвестиций. Потенциал на обновление all-time high у Waves есть. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар. Адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения, есть куча преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торгкомиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире, имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которые мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржи, но КИС не обязательно. Токен Wipps применяют для выплаты узлам за услуги проверки транзакций. Его обладатели могут поучаствовать в стейкинге и распределении долги между нодами в рамках механизма пост-сети. Волны являются базой для торговых пар на собственной бирже обмена и позволяют получить скидки на комиссии. Хранение токенов дает пользователю доступ к играм и размещение в виде смарт-контрактов. Одной из основных функциональных возможностей Wipps и качества криптовалюты является совершение платежа между пользователями одноранговой сети. Еще один законный вопрос. Где хранит Wipps? Есть много способов сбережения. Можно использовать кошельки, которые рекомендуются сервисом Trust Ledgers Crypto Guarda Virex. Средства не должны храниться на бирже, поскольку это оставляет их открытыми для хакеров. Руководством компании принимаются конкретные шаги по развитию проекта, подписывают контракты, соглашения с перспективными партнерами, постоянно внедряются новшества. На блокчейне проекта выпускаются другие криптовалюты, что поддерживает интерес к основному коину, а это влияет на курс валюты. Какие факторы влияют на курс Wipps? Курс актива зависит от общей тенденции на криптовалютном рынке. В случае медвежьего тренда падает также цена этого альткоина, а при преобладании бычьих настроений наблюдается рост. Однако курс криптовалюты зависит от успехов команды в развитии проекта. Перед глобальными событиями по дорожной карте наблюдается рост. Руководством компании принимаются конкретные шаги по развитию проекта, подписывают контракты, соглашения с перспективными партнерами, постоянно внедряются новшества. На блокчейне проекта выпускаются другие криптовалюты, что поддерживает интерес к основному коину, а это влияет на курс валюты. Еще одним позитивным сигналом для инвесторов — партнерство с протоколом Alberge, облегчающим передачу средств между всеми сетями блокчейна. Заявленная цель сотрудничества к концу мая — создать уникальный мост между Wipps и поддерживаемые NVM, а также цепочками, не относившиеся к NVM, такими как NIR протокол, Solana и Terra. Ребята, опять напоминаю, если хотите начать торговлю, тогда я вам советую Gate.io. Я вам уже рассказала, почему я так думаю. А также вы можете получить 20% скидку на торгкомиссии. Но не забудьте одно, ваши средства только в ваших руках. Будьте предельно осторожны, иначе потеряете все свои ресурсы.
Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании, переходите, подпишитесь. Если вам понравилось это видео, тогда, как обычно, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить дальнейшие ролики. На сегодня у меня все. Надеюсь, вам нашли, что искали на этом ролике. До встречи!